вниз. Вот. 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 И так каждый день. В отличие от своих пятерых братьев и сестер, четырехлетний Тима может передвигаться только с помощью. Несмотря на то, что все дети в семье подвижны и активные, с полутора лет малыш за активной жизнью братьев и сестер наблюдает только со стороны. На ножках любит вот так вот встанет, на кроватку вот так возьмется, и на ножках как бы вот так отталкивается, подтанцовывает. Музыку любит слушать, музыкальный. Да, да. Тимофей родился в срок абсолютно здоровым ребенком. Активно ползал, на радость маме и папе уже вставал на ножки. Жизнь до и после разделилась, когда малышу сделали прививку от полиомиелита. Вот получается, как сделали полчетвертого прививку, а полседьмого что-то ему, смотрю, плохо стало. Буквально через несколько часов ребенка затрясло, он стал закатывать глаза. В срочном порядке родители вызвали врача. Доктор поставил диагноз ОРВИ, выписал соответствующие лекарства. Вот только лучше ребенку не становилось. Ножки ослабли, то на ногах стояла, то, смотрим, вообще не стоит. Голова начала болтаться. Вот. Позднее обратились, это направление написали в Владивосток, в Институт медицинских технологий. Там-то мальчику и поставили страшный для семьи диагноз – детский церебральный паралич, вызванный поствакциональной энцефалитической реакцией. Можно ли было мальчику ставить прививку и кто виноват? С этим вопросом родители подали в суд, однако дело закрыли. По версии врачей, виноваты не они. Это родители привели прививаться уже больного мальчика. Мы начали возмущаться, какое имели право тогда делать больному. Сначала надо было обследоваться. Врач, педиатр, полностью амбулаторную карту переписал. Лис этот вырвал, где прививка была. Приписал, что это летняя прививка, а оказалось, это весенняя. Ну, полностью он с амбулаторной карты повырывал листы и написал типа другое. Безуспешные разборки с врачами родители решили оставить, ведь теперь главная задача – поставить Тимошку на ноги. Год назад Русфонд уже объявлял сбор для лечения и реабилитации в Москве. Был пройден целый курс процедур, и результаты не заставили себя ждать. Динамика у него улучшилась. Вот хоть более-менее стал на ножках вот так передвигаться чуть-чуть. Врачи пообещали, если такой курс повторить, Тима обязательно пойдет самостоятельно. И как можно скорее разделит главные хобби своей активной семьи. Ничего, Тимка, выздоровеешь, будем за грибами в лес бегать, да, зайка? Будем с Тимошей купаться, плавать учиться и... Брызгаться. Играться. И гуськами играться. Научусь говорить. Выздоровление Тимошки ждет каждый член семьи. У них на подрастающего парня большие планы. А пока ребята активно помогают родителям. И с Тимошкой посидеть, и в огороде поработать, и обед приготовить. Все-таки семья большая. А вот помочь приказчиковым отправить малыша в Москву на лечение может каждый, кто сейчас смотрит этот сюжет. Для этого достаточно отправить смс-сообщение со словом «дети» на короткий номер 5542. В жизни Тима уже пережил роковую ошибку. Задача каждого, кто видит малыша, не допустить ее повторно и помочь. Инна Щедрова, Руслан Мартынычев. Новости на восьмом. За организацию съемок благодарим сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели».